Привет, дорогие друзья! Сегодня 13 апреля, пятница, и мы идем с вами на рынок вместе с Шахмире. Привет! Купим, покажем вам цены, что продается в апреле месяце на рынке в Алании. Я думаю, что вас многих это интересует. Ну и купим так по мелочи немного фруктов в офис. Что есть на рынке в апреле месяце? Небольшие груши по лире, яблоки, вот эти яблоки мы, кстати, покупаем, они вкусные, по 2 лире. Вот такие вот груши, очень вкусные груши, по 3 лире, мы покупали их в прошлый раз. Яблоки чуть крупнее, по 3 лиры. Зелень. Мы пришли на рынок в 2 часа, зелень еще не распродано. Вот вы видите, капуста по 2 лиры и остальная зелень по лире. Ну и, конечно же, клубничка. 1,5 килограмма 5 лир и 1 килограмм по 4 лиры. Уже начали продавать мушмулу. Вот это вот мушмула, кто не знает, стоит 3 лиры килограмм. Очень сочная, вкусная, сладкая, даже кисло-сладкая. Картошка. 1,5 лиры килограмм. Лук. 1,5 лиры. Народу очень много. На улице жарко. И, пожалуйста, не говорите, что я в кофте. Я всегда в кофте, даже летом. Огурцы, помидоры. Помидоры по цене 3 лиры, 2 лиры. Огурцы по 2 лиры, кабачки, перец и баклажаны. Здесь также можно купить различные сухофрукты и чаи. Ну и, конечно же, приправу, чеснок, какие-то травы. Кукуруза. 5 штук, 5 лир. 6 штук, 10 лир. 4 штуки покрупнее, 10 лир. И кукурузу вы сами знаете, ее либо варят вот так вот, я люблю вареную, пишите в комментариях, кто какую любит, либо вот так вот жарят, делают из нее шашлык. Шахмире сен ханги шей сэверсун? Бэлли мы? Бэлли мы? Икиси де. Ама бу даха гюзэл. Ха. Бэнэн чок бэлли бэлли сэверсун. Бундан едим мит? Едим. Ама гюзэл пишэмэр. В общем, у нас мнения разделились. Я люблю вареное, она любит на гриле. В общем, идем дальше. Да, не говорите, пожалуйста, что я в кофте, что говорю всегда, что жарко, но сама хожу в кофте. На солнце жарко, но мы сидим в офисе, и поэтому офис у нас в тени, нам прохладно, поэтому я вышла на улицу в кофте. Ну, давайте продолжим смотреть, что же есть еще на рынке. Вот такой вот перец зеленый, 4 лиры. И сладкий перец красный. Маленькие помидорчики, 3 лиры. Мы, кстати, всегда покупаем такие маленькие, их и есть, и резать удобно. Перец, сладкий перец зеленый. И вот такой вот маленький зелененький. Большие помидоры по 3 лиры. Яблоки, апельсины, которые уже отходят по лире. Яблоки по 1,5 лиры, но не очень хорошего качества. И апельсины, которые, как я уже говорю, отходят. И, к сожалению, сейчас у нас межсезонье. Персики еще не появились. Виноград свежий еще не появился. Абрикосов тоже нет. И из фруктов стандартно яблоки, груши и апельсины. Ну и, конечно же, клубника. Где-то я видела, еще были арбузы. Но они еще достаточно дорогие. Посмотрите, горы. Буаджи дыльми? А, вот это острый перец. Посмотрите, какие горы свежего классного перца. Лук. Лук-порей. Различная зелень. Редька. И вот такая вот красная капуста. Штука стоит 2 лиры. Из этой капусты я, кстати, варю борщ или щи. Она дает очень классный цвет. А, ну и появилась шелковица. Вот это, кстати, очень-очень вкусная ягода. Ну и клубничка. Можно купить
Ага. Можно купить, поставить себе на балкон, как цветы будут расти. Сладкая клубника 5 лир. Есть и по 6 лир вот такая вот крупная клубника. В общем, набор продуктов стандартный. Продаются деревенские яйца. Цены нету. Огурцы, баклажаны, фасоль, кстати. Вот эта фасоль тоже классная, ее вкусно очень варить. Или вот такая вот фасоль, мы ее тоже часто покупаем. Свежие огурчики. 15 лир стоят финики. Очень полезные финики. Много разных помидор, зелененькие. Вот такого интересного розового цвета помидорчики. Огурцы по 1,5 лиры. Авокадо, бананы. И продается тыква. Тыква 5 лир килограмм. Ama önce kesiyorsun, sonra pişiriyorsun. Böyle mi pişiriyorsun? Tencerede biraz suyun içine, çok az su. Zaten kendisinin suyu oluyor. Aha. Bu şekilde koyuyorsun. Yumuşak oluyor. Evet. Ya benim ciğerlerim çok kötü. Patates gibi. Ha. Pişiyor. Hani çok su olmuyor. Sonra nasıl yiyorsun? Biraz tuz, biraz ya. O şekilde pişiyor. Aha. Yemek olarak yiyorsun. Tatlısını da. Aha. Kaymak ile mi yiyorsun? Bal ile mi? Nasıl? Tatlısını evet. Kaymakla. В общем, друзья, пишите, кто пробовал эту сладкую тыкву. Ага, покупают вот такими вот большими и варят ее дома. Вот уже появились и дыни. 7,5 лир штука. Но это еще дорого. Такие вот маленькие по 5 лир. И арбузы 4 лиры килограмм. Да. Арбузы 4 лиры килограмм, но это тоже дорого. 4 лиры по голове, а? Yok, şimdi için değil. Şimdi için değil ama... Yazın daha uh-huh. az. Огурцы. И много-много кукурузы. В общем, каждую пятницу в центре Алани проходит вот этот продуктовый рынок. Овощей, вещей здесь нет. Здесь продаются только фрукты, овощи, зелень. Различные приправы, сухофрукты, орехи, семечки. Вот так вот, например, жарят семечки и орехи. Очень вкусно пахнет. Различные масла, капуста. В общем, друзья, все свеженькое. Посмотрите, какая редисочка. Продают еще вот такую вот штуку, называется карлама, стоит 1 лиру. В общем, это снег. Кладут снег вот в такие вот стаканчики и поливают соусом. Можно также купить свежевизитый сок за 3 лиры, за 5 лир. Так, здесь продают какая-то непонятная лотерея. Или что-то дарят. Ну и сейчас мы пройдем в конец рынка, где продают масло, яйца, сыры. В общем, всякие разные молочные продукты. Кстати, в прошлый раз мне говорили, что здесь продают еще и творог. Я не пробовала, не покупала. Но если вы хотите, можете купить и попробовать. Вот здесь в конце рынка находятся стенды с сыром, которые, конечно же, перед покупкой можно попробовать. Цены на сыр за килограмм, видите, 16 лир, 20 лир. Есть дороже. Афьонский сыр 14 лир. Свежие оливки килограмм 25, 30, 18, 16. Различные приправы, масло оливковое, яйца,
суджук, сухофрукты. Много видов, много-много видов сыров, оливок и приправ. И вот такие вот колбаски с разным вкусом. Внутри находится грецкий орех. Леблеби. Кстати, попробуйте эти леблеби. Они тоже очень-очень вкусные. Семечки. И яйца, домашние яйца. Мы решили купить 1,5 килограмма клубнички. За 5 лир. 5 лир. Вот столько ящиков клубники продают за день. С этой стороны уже проданные, а с этой стороны те, которые еще продадут, и я думаю, что будут, ну да, будут продавать до вечера. Поэтому настоящий клубничный рай. Кстати, у меня всегда вопрос, как она не портится на солнце. Потому что, когда я ее оставляю дома, ну, через день она уже никакая, даже в холодильнике. А здесь она совсем не портится. Тоже очень интересно, почему. На этом наше видео заканчивается. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну а мы идем есть клубничку. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.